Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку, колокольчик. Фух, выдохся. Еле добрался, на велосипеде приехал. В общем, как посадить грибы, как посадить белый гриб в домашних условиях. В общем, вы, наверное, многие ролики смотрели в Ютубе, как это делается, как легко и просто вроде бы сажают на дачном участке, сажают возле хвойных, в общем, покупают мицелии, либо сами делают и, в общем, сажают. И вырастает, в общем, у них урожай. Но это все только на видео так. Во-первых, я хочу вам сразу сказать, что мицелии, те, которые покупают в упаковке, ну, магазинный вариант, получается, этикетка-то красивая, а чаще всего вот мои знакомые, которые, да мало кто из них и брал, потому что это все как бы как кота в мешке взять. Выхлопа никакого не будет. Лучше всего вариант мицелия либо у грибника, либо самому, конечно, сделать. Ну, проще всего, конечно, у грибника. Я вот, допустим, на рынке у меня знакомый грибник. Я у него мицелии беру. Позапрошлом году я посадил, вернее, ну, как бы пролил возле хвойных, и у меня в том году вырос белый гриб. Но я пробовал на дачном участке у знакомого возле елки. Не получилось. Также мои знакомые, которые пробовали, у них ничего не получилось. А вот в горшках я попробовал. Ну, по этому поводу еще сниму ролик, так как еще пока не знаю результат. Потому что результат... я в этом году только сделал, на следующий год будет. В общем, еще раз хочу сказать, мицелии я купил у знакомого на рынке. Только берите у знакомого, у знакомых, потому что взять в магазине — это все ерунда. Это тоже как один из важнейших факторов. И в домашних условиях, дома, но я могу сказать, что это голый номер. Много еще по этому поводу роликов, так же, как и многие кидаются на эту информацию, так же, как и я кидался в свое время, и знакомые мои. Но лучше всего, самый лучший вариант, это выехать в лес и найти такой участок, только вы знаете, или небольшой круг лиц, с которыми можно совместно сделать. В общем, и поэтому... Вот я выбрал такое место еще позапрошлом году. Здесь в стороне там заброшенные дачи. Вообще здесь такая заброшенная промзона. И пожар был. Как бы люди здесь особо не отдыхают. Есть довольно-таки хорошие места, где можно отдохнуть. А тут все такое заброшено. И вот в таких местах именно мы и наши мицелии сейчас... рассеем тут все у нас, сделаем. В общем, красота-то какая, ребята. Один в лесу, вообще сказка. Там дальше тоже заброшенные дачи, уже они развалились. Там можно, не знаю, кино снимать про сталкера. Там дачи такие двухэтажные, трехэтажные есть. Ну, поразвалились уже, одни руины. В общем, позапрошлом году я мицелия пролил, в том году были грибы. Гриб небольшой, такой прям хорошенький вырос, и такие мелочи. Но это я сделал ради того, чтобы, ради, как сказать, любопытства. Поэтому в этом году я хочу сделать конкретно уже ради того, чтобы был урожай. Наши мицелии. У нас бутылка. В общем, берем
30-40 сантиметров. Я лопату с собой не взял, но она не нужна. Ну, так, берем. Надо все в сторону убрать. В некоторых роликах показывают прям иголки с леса беру, что хвойные, чтоб удобрение там. И голубиный помет, и куриный. Чтобы, ну, что только не пробовали мои знакомые. Ничего не получилось. В общем, конечно, многие люди смотрят, доверяют Ютубу. Так, так, вот прям взрыхлим это все. Тут песчаная земля. Копается хорошо. В общем, запомните мицелии. Берите у проверенных людей. Вот так, берем. Все это дело проливаем. Хочу взболтать хорошо. Вот так вот. Пролить. Даже если здесь грибочки будут, то о них узнаю мало людей. Я и мои знакомые. Завтра сюда еще приедем тут. Можно будет и шашлыки замутить. В общем, место такое классное. Раньше когда-то люди собирались тут, а сейчас базы отдыхов понастроили, так что можно отдыхать в других местах. Тут уже людей не привлекает это место. А зря, очень классно. Вообще прям бомба, природа. В общем, мы сейчас еще здесь сделаем такое дело. Да, белый гриб, вообще, чтобы его вырастить и именно в домашних условиях, я не знаю, это очень тяжело дома. А вот в лесу это реально. В природе он лучше будет расти, чем у вас на даче, в частном доме. Это же не вешенки. Вот, в общем, таким вот способом. А то, что я в горшках дома посадил, ну там еще есть такой секрет у меня. Ну, конечно, дай бог, чтобы получилось все. Сейчас буду смотреть, ну, в принципе, через год результат. Посмотрим. Ну, говорят, через год посмотрим. Так, таким вот способом выбрать еще места. Так. Опа. Главное, чтобы никто не сожрал мои грибочки. В общем, таким вот способом проливаем. Все. Ну, сейчас пойдем ближе. Там вообще у нас за дачами густой лес. Кабаны бегают, лисы, волки. Ну, волки далеко, километров 15-20 в стороне попадаются, а тут у нас редко. В общем, вот место классное. Так, лепота какая. Тут, в принципе, можно походить, поискать еще и грибы. Может, появится. Где-нибудь полянку найду. В общем, вот как-то так, ребята. Обязательно видео я результат свой покажу, своего детища. Так вот. В общем, еще надо будет, пока не стемнело, еще пролью и ехать домой.
Домой далековато ехать. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.